В мэрии провели заседание антитеррористической комиссии в преддверии новогодних праздников. Глава Магадана совместно с представителями служб обсудили безопасность горожан во время выходных дней. С 30 декабря по 10 января личный состав городдела будет работать в усиленном режиме. Уже разработали график круглосуточного дежурства. Сотрудники ведомств подготовлены к возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе террористической направленности. Также специалисты обсудили безопасность школ и детских садов. Почти все школы города находятся под защитой охранных предприятий и Росгвардии. Стационарные металлоискательные и переносные металлоискательные оснащены 65% общеобразовательных учреждений, это 14 общеобразовательных учреждений, и одно учреждение дополнительного образования, это ДДУИК. По поводу оставшихся общеобразовательных учреждений, они будут обеспечены. Планируем, что до 30 декабря все ручные стационарные металлоискательные они придут. Задержка всего логистики, которая из Владивостока. Кроме того, ресурсоснабжающие организации усилят работу аварийных бригад. Всего таких в областном центре коммунальщики сформировали порядка трех десятков. Создали резерв необходимых материалов, оборудования и автотранспорта. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, Владимир Корсунский. Специально для Магаданского времени.